Посмотрим, сколько весит этот велосипед. Так, велик. Еще насос. Насос, блин, тяжелый. Так, все, больше лишнего вроде ничего нет, бутылки нет. С педалями, с креплением для насоса и с флягодержателем. И еще со звонком. Так, секи. 8. Не видно? 8,7. Сейчас еще раз. Сейчас, погоди, как не так сделал. Да, 8,7, 8,8 где-то. Честно. 8,7, да, все-таки 8,7. В боевом режиме. И мой. А он этот? Алюминиевый? Нет, он карбоновый. Так. Карбон? Мой Гармин. Гармин уберу. И бутылку. Тоже с педалями и с двумя флягодержателями и креплением для Гармина. Еще раз. 6,4. Мы остановимся на 6,5. 6,5 боевой режим. 8,7 боевой режим. Но здесь основной вес, наверное, в колесах. Как минимум полкилограмма в колесах. Седло тоже не 67 грамм, а 200, наверное, где-то. Подсидел, и все остальное здесь алюминиевое. Стоит ли такая разница своих денег? Конечно же, нет. Но заметите ли вы ее? Конечно же, да. И решать, соответственно, вам, позволить себе R8, или Mini, или Calnago C60, или что-то попрагматичнее.